Собянину! Собянину! Мы не хотим встречаться как-то кулуарно, без камер, без журналистов. То есть вот в каком мы находимся, в каких условиях нам приходится работать. Вот. Поэтому и митинги, поэтому мы сюда приходим. А мне забраковали 1006 подписей в сумме. Это необоснованные и незаконные действия окружной избирательной комиссии. Я сейчас держу уже вторые сутки голодовку, не только за себя, а за тех 5000 человек, которые оставили мне эти подписи. Поэтому я зову всех жителей сегодня и каждый день на Трубную площадь выходить, отстаивать эти подписи. Мы должны упереться, мы должны сопротивляться, потому что если мы не сопротивляемся, то грош нам цена. Мы победим! Мы победим! Мы победим! Была вчера, пришла сегодня. Думаю, что буду приходить как минимум до субботы, потому что если сидеть как бы по домам и просто тихо на кухне ругаться на режим и на систему, то как бы она никуда не уйдет. Я сам собирал подписи за Дмитрия Гудкова. И мне, ну, как минимум, обидно то, что я месяц работал, собирал подписи, а сейчас они говорят, мы не допускаем Дмитрия Гудкова. То графологи признают недействительной любую подпись. Собираетесь, если будет продолжаться вот эта ежедневная акция, собираетесь выходить на будущую неделю? Да, я думаю, да. Лето, почему нет? Хорошая погода. Давайте выходить каждый день. Будете выходить? Да, да. Протест должен продолжаться каждый день в разнообразных формах. Не только в какой-то одной точке, как Трубная площадь или площадь Сахарова, а во всех избирательных округах, во всех дворах, во всех домах.